Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Кря. Человеки по имени Стэнли. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винни. Сегодня мы поиграем с тобой вот в это. Работал в одной фирме, занимающей огромное здание. Работа сотрудника 427 была проста. Он сидел за своим столом в комнате номер 427 и нажимал кнопки на клавиатуре. Веселая работа. Через свой монитор он получал указания, какие именно клавиши нажимать, в каком порядке и как долго их удерживать нажатыми. Ну, работа мечты, да. Этим 427 и занимался каждый день, каждого месяца, каждого года. И хотя некоторые могут посчитать такую работу слишком нудной, я ж ютубер. Стэнли был словно создан для нее. Он чувствовал себя абсолютно как рыба в воде. В общем, вот прям, Стэнли, знаешь, школьники, счастлив. Когда делают домашку, сидят вот это вот, делают одну и Но ту же работу. Однажды произошло нечто примечательное. Нечто, что изменило Стэнли навсегда. О, нечто, нет. Что он никогда не забудет. Пришла мамка и дала Посидев им пизделей, сказала, что сидишь тут, дебил. В своем кабинете немногим более часа Стэнли вдруг осознал, что на мониторе не было ни строчки. Никаких дополнительных объявлений не было, совещаний не собирали, никто даже не зашел к нему поздороваться. Вот это было обидно. Крайне странно. Такого никогда не случалось в этой компании. Что-то явно было не так. Стэнли был настолько этим шокирован, что просидел на своем стуле в полном оцепенении еще несколько часов. Идеально. Постепенно собравшись с мыслями, Стэнли все же решил встать и выйти из своего кабинета. Через несколько часов. Вот о чем игра, если ты вдруг еще не догнал. Нам голос говорит, что делать, и мы либо следуем ему, либо нет. Мы сами решаем, что делать. Но именно из этого строится вся история. Прям великолепная игруля. Так, окей. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную. Тут миллионы концов. В надежде, что он просто что-то пропустил. Вот что мне особенно нравится об этой игре, тут миллионы концов. Я такие обожаю. Опа. Все будто сквозь землю провалились. Вокруг не было ни души. Опа. Я вырубил. Окей. Так, у меня мышка какая-то очень быстрая. Ну ладно. И автор, то есть голос. Стэнли рассеянно бродил по офису, хватаясь за каждую мелочь. Но эти хаотичные действия не приводили совершенно ни к какому результату. Он будет говорить тебе все, что происходит. Все, что угодно ты делаешь, он будет тебе это рассказывать. Мне это тоже очень интересно, но давай пойдем дальше. Блин, у меня как-то мышка очень... Слушай, мышка как-то очень быстро двигается. Меня это смущает. Величина ускорения пониже. Ну так, получше чуть-чуть. Так, вот. Все, погнали. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел влево. Переговорная была. И Стэнли, конечно, знал это. Нет, я не войду туда, куда хотел. Зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Я просто не хочу идти туда, куда ты мне сказал. Можно следовать туда, куда он хочет, но можно и не следовать. Я не хочу следовать. Комната отдыха была прекрасна. Вау. Она, конечно, стоила того, чтобы заскочить сюда по дороге и полюбоваться этим безупречным, великолепно спроектированным. Автор все еще не знает, кто с ним делом, имеет поэтому дело. Он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Что говоришь? В первую дверь слева? Не, слушай, я пойду вперед. Смотри, тут здесь гораздо Стэнли веселее. Был настолько непоследователен и... что было решительно непонятно, как не лезь сюда и не прыгай на работе столько лет. Стэнли, как его терпели меня, здесь. Кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг тебе, совсем да? Нет. Я точно? Понимаю, что сложно бывает кому-то довериться. Ну да, я понимаю. Но ведь ты согласишься с тем, что история все время была именно. Я же не закончил, у тебя что, совсем нет? Почему ты думаешь, что я желаю тебе плохого? Что? Да просто я хочу свою историю. Я что, я хочу помочь? Что хочу показать тебе что-то хорошее. Что-то хорошее? Стэнли, я тебе не верю. Поверь мне. Как мы назовем? Давай назовем Артур, хорошо? Давай голос вот этот, вот, который с нами разговаривает, назовем Артур, потому что мне проще разговаривать. Дай мне доказать, все, Артур. Что я на твоей стороне. Так, давай, Артур. Дай мне шанс. Хорошо. Ага. Слушай внимательно. Давай. Это важно. Вырубить субтитры? Ну давай, вырублю субтитры, окей. Не, я... Ну ладно. Нет, не буду вырубать. Вдруг я буду что-то разговаривать Стэнли и буду зашел. Мешать. Красную дверь. В красную? Ой, сори, я немного дальтоник. А, ты не понял. Стэнли прошел в красную дверь. В красную? А может быть нет? Давай в синюю. Мне больше нравится в синюю. Давай в синюю. Все-таки у нас Артур. Какое-то...
Стэнли вошел в красную дверь. Я могу назад пойти? Ну давай, давай, иди. Сори, Артур. Иди, раз ты так хотел узнать, что там в конце той дорожки, которую ты выбрал. Да, хочу. Давай, Артур. Что это? Оу, щит. Артур, можно обратно? Я что-то как-то, по-моему, не туда пошел. Ну, видишь, ничего здесь и нет. Я даже и не закончил эту часть игры, потому что ты не должен был тут появиться так рано. Кривые комнаты, вылезающие текстуры. Ты это хотел увидеть? Стоило ли ради этого портить историю, которую я написал специально для тебя? Да. Смотри, как тут потратил. Весело. Ты об этом не задумывался? Для чего я старался? Если тебе интересно только это. Да. Ну давай, Стэн, пролей свет на твои скрытые желания. Как нам еще улучшить эту игру? Что еще добавим? Транспорт? Да. Древо навыков? Ну что ты молчишь? Помогай. Я сейчас деревья навыков. Поколдую с новым дизайном, он и не ты дает мне скажешь, как это получилось. Ага, третий вариант. По сравнению со старой версией, это день и ночь. На, попробуй. Вау, великолепный новый дизайн. Мне очень нравится. А он хочет, чтобы я туда пошел? Ну давай, ладно. Здорово. Стой, хватит. Теперь скажи мне, что ты думаешь о новой версии? Улучшить игру? Я думаю, что... Новые возможности для выбора. Да не стесняйся. Ставь честную оценку. Отстой. Как нажать? Он не дает мне нажать на нее. Эй, один балл? Понимаешь, что тут могут быть шероховатости, что игра еще далека от идеала, но чтобы один... Ну ладно, давайте я вырублю для вас субтитры, хорошо? Давайте я вырублю. Все, я вырубил. Окей. Балл? И как мне это поможет? Что мне делать с этой оценкой? Ладно, ладно. Улучшайся. Не мне судить. Основываясь на твоем предыдущем игровом опыте, я создал новую версию. И, откровенно говоря, я превзошел сам себя на этот раз. Да! Ну, сам себя. Попробуй. Давай, поехали. Вау, какая классная новая версия, супер. Мне нравится эта дверь, мне нравятся эти текстуры, великолепно просто. Ну что, мотивирует ли тебя доска почета заходить в двери? Оценивай честно, пожалуйста. Один, я ее даже не заметил. Отстой. Ой, я почти забыл. Я тут собрал прототип игры, над которой я сейчас работаю. Не могу не устроить. Заметь, Артур теперь ничего не сказал. Поможешь? Сейчас загружу. Давай, Артур. Опа, погнали. Бедный Артур. Мне его жалко. Он связался не с тем про... В этой игре ребенок ползет навстречу опасности. Нажатие на кнопку возвращает его на исходную. Ага. Если ребенок касается огня, Майнкрафт хочешь поиграть, да? Робоксы хочешь? Это очень глубокая игра, посвященная безнадежности и печали, неизбежно приходящих в результате бесконечных попыток... Неизбежность и печаль — это вся моя жизнь, Артур, ты о чем? Семейную жизнь. Мир искусства должен оценить ее. Какой ты здоровый. Но, разумеется, играющему нужно основательно погрузиться в атмосферу. Он очень странно выглядит. И провести за нею не менее 4 часов. Давай. Робоксы. Эй! Я предлагаю тебе, ах ты бессердечный ублюдок. Ах ты бессердечный ублюдок. Это потому, что ты ненавидишь детей? Или просто хотел мне нагадить? Я child-free. Если последнее, я даже не знаю, что делать. Вообще не знаю. На мой взгляд, игра идеальна. Что в ней улучшать-то, чтобы тебе понравилось? Да я даже пытаться не буду. Хватит с меня, хватит. Спасибо за игру. Твой вклад трудно, невозможно недооценить. Ах, раз ты моя бессердечный ублюдок. Давай поиграем. Не подписался на канал. Ах ты бессердечный ублюдок. Дай им во что-нибудь другое. Чтобы разрядить обстановку. Так, сейчас. Что у нас тут есть? Майнкрафт! Ну что, Стэнли? Это моя жизнь, блядь! Что ты хотел? Игру, к которой я и пальцем не перетронулся. Да! Скажи мне. Великолепно. Ты доволен? Артур, а вот... Ну все. Вот такие игры у тебя получаются гораздо лучше. Для тебя. С этого момента... Можно? Я прыгать не могу. Только в угоду искусству. Ты не можешь прыгать. Смотри, Стэнли, да. Я буду строить дом. О, давай. Где? Так. Дом из земли? Вот
так. Артур, что-то ты не очень. Нет, Артур, тут, Артур, тут, дай это дело мастеру. Вау. Так. Чего-то не хватает. Землю. Ага. Землю бери. Красава. Вот и последнее. Все, теперь домой. Пусти меня. Да. О. Финита. Я сделал дом, милый это, дом. Стэнли. Посмотри. Узри подлинный шедевр и устыдись ничтожества своего. Ты чё, блядь? Кто, блядь, ничто? Артур! Видел. Это слушай, я ребенка, я тебя за ребенка пошлю. Проходи внутрь. Мой давай. Дом, твой дом. Вау. Ну, не грандиозно ли? Идеально, правда? Идеально. Лучше, наверное, только... Да, мы должны построить алмазный дом. Все из алмазов. Пошли, давай. пошли бурить, Стэнли. Пойдем. Ее, я могу выйти! Майнкрафт! Зачем? Зачем любая другая игра, если есть Майнкрафт, а? Артур просто мастер архитектуры, я тебе честно скажу. Слушай, а мог... Блин, я прыгать не могу. Артур, ты просто великолепный архитектор. Мне очень нравятся все Боже твои мой, здания, знаешь? Совсем. Извини, что я был может, к тебе зол. Немного. Извини, что я говорил, что твои предыдущие игры плохие. Они хорошие, просто нет, все, нет, что нет, я хотел, это Майнкрафт. Свободы. Тут я дал маху. Майнкрафт очень хороший. Нам нужно что-нибудь более линейное, камерное. Ну так, чтобы нет, чувствовать зачем? Себя абсолютно нет, никчем. Эта игра не годится. Ой, все, суши-паука. Новая игра. А Крипер где? Крипер? Блин. Майнкрафт мне нравился. Артурка, ну чё ты? О, портал! Ума не приложу, что это за игра такая? Но мне она нравится. Никуда тебе не деться из стеклянной коробки. Вот и да будешь слушать мою болтовню. Да, это впечатляет. Ну разве я сам додумался бы до такого? Что чем тут вообще сломать? Делать-то надо? Не могу понять. Заинтриговали. Подожди. Пойдем, разберемся, пойдем. Что тут к чему. Так, а дверь-то мне не откроешь, нет? Я готов. О, выход. Хорошо. Порталы, поехали. Оу, это пазл. Пазл. Критическое мышление. Стэнли, как сложно. Твой выход. А можно мне портал, можно мне Майнкрафт вернуть? Я хочу Майнкрафт. Как бы портал это хорошо, но... Ладно, радио, пойдем. Ты знаешь, нет, все, тварь. Достаточно. Надоело мне смотреть, как эй! Ты эти игры. Добрый вечер, я диспетчер. Артур? Я вдруг осознал, что мне очень неуютно без тебя. Артур? Я, блядь, куда-то упал, обе. Оу. Артур? Ты извини меня за то, что я говорил тебе. Извини за все плохое, что я тебе рассказывал. Ты хороший парень. Можешь вернуться ко мне? Твой убаюкивающий красивый голос меня очень радовал. Я чувствовал тебя... Я чувствовал тебя, Артур. И мне это нравилось. Но теперь я не чувствую тебя. Мне одиноко. Артур. Если ты не придешь, я буду плакать. О, свет! Там есть Артур. Феликс Шелти, спасибо тебе огромное за подписочку. Твоя любимая игра? Найс. Артур. Скажи, что ты здесь, Артур. Ты должен быть тут. Артур. Артур. Я прыгать все еще не могу. Кстати, я зубами издаю эти звуки, заметь. Слушай. Оп. Интересно. Что Артур! Он... Если он хотел быть главным в этой истории, он этого добился. Там, внизу. Ну, или где он там сейчас? Доволен ли он, что так дорого заплатил за свой выбор? Скоро он поймет, о чем я говорил. Ему нужен кто-то, кто подведет историю к чему-то определенному среди всего этого меня хаоса, там страха и недопонимания. То есть я. Такова человек. Моя роль в этом мире. Ах да, я вернусь. Ведь иначе и быть не может. Артурка, ты меня кинул там? После конца я вернусь. А конец наступит скоро. Очень скоро. Я умею ждать. В смысле? Артурка что-то с загадками заговорил. Окей. Я думал, что я так и буду сидеть. Артурка, короче, нас оставил внизу. И все. Это полностью готовая концовка.
Это вся вот эта вот концовка была. И здесь огромное количество таких вот концов. И вот это вот мне очень нравится в этой игре. Именно поэтому я просто ее обожал в свое время. Я ее и сейчас обожаю. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. И да, до скорого. Пока-пока-пока. До скорого. Удачи.